почали ми свою діяльність із кружка з міжнародного приватного права, на який мене запросили студенти, щоб я, як їхній викладач, керував цим кружком. Оце й було у 87-му році. Мрія тоді була одна – трохи заробити на хліб з маслом. А потім уже, коли це все почалося, то дійсно виникло таке бажання створити солідну національну юридичну фірму. Сьогодні я можу сказати, що хоч в мене мрії не було тоді, в той час, але те, що сьогодні я маю, це дуже добре. Той шлях, який пройшла ця фірма за 20 років, це, по-перше, історичний шлях, це той шлях, який, я думаю, що повторити не може жодна юридична фірма в Україні. Це не тому, що вони мої друзі, да? Це об'єктивно так. Вони дуже трепетно, бережно відносяться до своїх клієнтів. И в ответ имеют клиентов преданных, которые достаточно долго с ними, долгие годы, десятилетия. Мы имеем все возможности для того, чтобы быть флагманом на юридическом рынке країн, які називають пострадянського періоду. Щиро вам вдячний, спасибі вам, успіху нам. Василь Іванович, дуже вам дякуємо. Для меня Василий Иванович Кисиль – это корифей, и заочно я о нем знала, наверное, еще со студенческих этапов. Это мой учитель, мой профессор, я был, у него был студентом, он мне вел семинары по международному праву. Василий Иванович, кроме того, что он великий преподаватель, великий учитель, наставник, он еще великий психолог. Я понял, какие бывают люди. Хорошие и на самом деле очень человечные, добрые, очень высокоинтеллигентные. На самом деле и свободолюбивые. Ну, это образец юриста, если угодно, эталон. Хочу вручить ему высокий орден за заслуги. Особенный партнерский состав. Наверное, тяжело сравнить с какими-то другими аналогами. У нас 13 партнеров, из которых 9 – это либо студенты Василия Ивановича, либо это студенты других вузов, но которые пришли к нам, студенты, которые пришли к нам на работу, когда они еще были совсем молодыми, и это их первое место работы. Очень большая ценность для нас – то, что в этом зале присутствуют коллеги, которые какой-то период времени нашего бизнеса присоединились к нам и верой и правдой, будучи партнерами, советниками, юристами, вносили свой вклад в развитие фирмы. Та культура, которую они зарождали и продолжают развивать, она начинает, как, знаете, добрые семена разбрасывать, такие сеятели, скажем так, по рынку юридических услуг. И, соответственно, эти семена прорастают. Краски Сели – это образец открытой фирмы. Фирма, которая не боится своими секретами делиться с рынком и, более того, говорит, приглашает, дело как я, это правильно и так далее. Хочу поздравить фирму Василий Кисиль и партнеры с 20-летием, пожелать много успешных дел, много отличных клиентов. Чтобы долгие годы они были впереди нашего юридического сообщества. Дожить в 10 раз больше до 200-летия. Отпраздновать там лет через 20 свое второе 20-летие. И все продолжало развиваться, все у них было хорошо. Успехов всем ребятам, всем партнерам, всей команде, ну и безусловно, действующему управляющему партнеру Олегу Макарову. Участвовать в тех процессах, которые адвокаты,
которых могут принять адвокаты, юристы для развития страны и выведения страны на тот уровень, о котором мы все вместе мечтаем. Не забувати ті принципи, про які ми домовилися ще більше ніж 20 років назад. І я дуже радий тому, що вони на фірмі сьогодні діють. І оце головне, це забезпечить нам успіх на майбутнє.